Бум. Привет, друзья! На связи Паша Смирнов. В этом видео я вам расскажу, как увеличить тестостерон в организме. Несколько простых правил. Вялость, усталость, недосыпание, стресс. Узнали себя? Я знаю, как помочь. Вместе обсудим причины. Подписывайтесь на меня, смотрите это видео, делитесь с друзьями, рассказывайте, комментируйте. Начинаем! Итак, три основных причины роста тестостерона. Первое – это сон. Второе – это еда. И третье условие обязательно – это тренировки. Наверняка видели вот эту зябу. Что у вас на щеке, фурункул? Ерунда, бандитское поле. Вообще, тестостерон – что это? Тестостерон нас отличает мальчиков от мужчин, мужчин от самцов. Это примерно выглядит так. Алло, папаша. Огоньку не найдется? А? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Может быть, даже так. Свободно. Вы к кому? К тебе. Если вы совсем заигрались с тестостероном, это будет вообще вот так. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Ты забыл сказать, пожалуйста. Ну что, начнем. Первый пункт – это сон. Блин, он так важен. Здесь главное не переусердствовать. Здесь свободно? Я Милберн, биолог. Очень приятно. Ясно. Послушайте, без обид, но я спал 2 года. Мне нужны не друзья. Мне нужны деньги. Оптимальным уровнем является 6-8 часов. В принципе, я с этим согласен. Основные источники тоже так гласят. По идее, если вы входите в режим и постоянно засыпаете в одно и то же время и встаете в одно и то же время, плюс-минус 15-20 минут, то это отлично. Вы сможете перестроить свой организм и спать по 6-7 часов и высыпаться. Это реально. Обратный фактор того, что у вас мало тестостерона, это наличие бессонницы. Не уснуть, подолгу не уснуть. И это корневая причина. Ой, господи! То есть во сне мы не только растем, да, но еще и восстанавливаемся. Поэтому спать очень важно. Запомните это раз и навсегда. Особенно, когда вы тренируетесь. И это очень важно. Не надо спать крайне мало. И засыпать в разное время суток. И это вообще неприемлемо. Забудьте об этом. Второе. Еда. Как ты превратила прекрасный свежий кусок палтуса в безжизненный, бледный кусок безобразия? Как, мать твою, ты умудрил? Извинись перед палтусом, ведь он умер напрасно. Априори правильное питание несет в себе макро- и микронутриенты в большом количестве. Раздельное дробное питание, хороший рацион, разнообразная еда. Разные группы продуктов, фактически очень большое меню у вас должно быть в вашем рационе. Фрукты, овощи, белки, злаки, мясо, рыба, креветки, масла, орехи. Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная. Красная, да, заморская икра, баклажанная. Сметана, мазик, кетчуп и остальной булшит надо выбросить. Естественно, также правильное распределение приоритета приема пищи до тренировки, после тренировки, на завтрак, на ужин, перед сном. Это тоже важно, но об этом мы поговорим в другом видео, я вам более подробно объясню. А, what else, what else? Третий вариант – это тренировки. Силовые интенсивные тренировки. Причем здесь, конечно, я предпочту больше силовые тренировки. What the?
либо короткие интенсивные. Они реально просто взорвут ваш тестостерон. При условии соблюдения предыдущих двух факторов. Не забываем, да, не забываем. После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Все вот эти энергозатраты на тренировки, на силовой, они подстегивают ваши гормоны вырабатывать больше тестостерона, чтобы структурировать, чтобы выделять больше роста. Но также есть еще одна причина, по которой тестостерон не растет. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Я понимаю, вначале это будет тяжело. Ложиться вовремя, тренироваться вовремя, кушать по расписанию, ну так условно, да? Но потом это войдет у вас в привычку. А привычка, ну все, она никуда в принципе не девается. Тем более это хорошая привычка. Это не курение, это не алкоголизм. Это very good. Но это как дыхание, понимаете? Вы же не заставляете себя дышать. Вы дышите, и все. И это даже не привычка, это просто автомат. Здесь то же самое. Как только вы начнете соблюдать все эти правила, все эти три простых правила, ваша жизнь просто наладится с уровнем тестостерона. Почувствуете просто силу и мощь. Вот это было три основных кита для поднятия вашего тестостерона. Теперь руки в ноги, как говорится, начинаем действовать, повышаем тестостерон, подписываемся на меня, ставим лайки, комментируем и ждем мое следующее видео. Пока, ребят!